Бутылочка с азелитом, которая уже 4200 миллиона просмотров. А вот они вещи, да, на которых я его проверял. То есть я сюда его брызгал, азелит, алюминиевая деталь. Вот на этот замачивал, по-моему, на ночь. Вот что с ним произошло, тоже это алюминий. А вот она, там уже практически ничего нету. Ну, давайте еще побрызгаем, посмотрим. Дышать им нельзя. И давайте сюда еще. Рабочая, конечно, схема. Угу. Здрасте. Вон она, видите, какая реакция идет ужасная. Шипит все. Понятно, что это химия, это опасно все, но я проводил опыты, не более. И все опыты я с этой химозой я провожу исключительно на своей машине.